обитатели весны, мы такие удалы, пожар можем потушить, чтобы лес мог долго жить. Лес и все его обитатели в опасности. Внезапное возгорание и наступает катастрофа. Это всего лишь спектакль, но вот ситуация вполне реальная. В легкой форме дети говорят о важных экологических проблемах. Чтобы всем жилось комфортно, необходимо бережно относиться к планете. Этому и посвятили экологический форум «Социум в гармонии с окружающей средой», который провели в Химках. Видно, как дети увлечены, то есть они действительно на абсолютном энтузиазме, они отыграли этот спектакль. Нам, как взрослым, это пример, это приятно и здорово, то, что дети уже в таком маленьком возрасте задумываются о проблемах, связанных с экологией. Мероприятие прошло при поддержке Общественной палаты и Главного управления социальных коммуникаций Московской области. В форуме приняли участие специалисты со всего мира. Мария Сонне Фредериксон – архитектор из Германии. В своей стране она проектирует детские сады и школы для детей с ограниченными возможностями. Сама приверженец органической архитектуры. Сооружения должны быть не только вписаны в окружающую застройку, но и стать комфортной средой для жизни человека. Для этого их компания общается с детьми и родителями, выясняет потребности. Все родители хотят, чтобы дети жили в здоровой окружающей среде. Понятно, что это не бетон, это кирпич, это материалы, которые дышат. Если есть возможность вписать это сооружение в окружающую среду, есть необходимость и интерес в крыше из травы, то, конечно, мы стараемся это сделать. Это дороже, это понятно, это дороже, но здание дышит. Программу форума разделили на три блока – архитектура городских пространств, экология от личного к общественному, а также искусство и окружающая среда. Создание городского пространства без вреда природе – практика, которую реализуют во многих европейских странах. Осталось только применить этот принцип в российских реалиях.